Там еще много будет. Ну что, в этот замечательный день мы выбрались в лес всей семьей. Хотим здесь погулять. Надеюсь, будет прогулка из приятных. Что там? Деревья упали, да? Это кто-то, я не знаю. Да он же не на санках. Ну да, между деревьями. Горка, да, Тём? Да. Там помнишь, зимой здесь гуляли, тоже хорошо. Запах такой прям приятный. Вон тоже нравится. Да ты чё? Пять горок? Ничего себе! Вот взяла твою палочку, видишь, понесла. Что такое, Тём? Куст? Давай, Тёмик, беги впереди по дорожке. Тёма, а ты где? Аба! Вот непослушная собака. Тихо, тихо ты. Главное, в поезд слышишь, как далеко от слышного здесь. Вот где, вон она, смотри. Тёма, тихо ты. Меня чуть не зарядил палкой. Ой, смотри, какой мох красивый. Мама, какие? Такие мягенькие, да? Зелененькие, да, Тёма? Да, деревья. 10 декабря. Да. Сегодня. Тихо-тихо, Рэмбо. Попал в тебя все-таки. Тёма. Не стоит его брать.
Чёрненько. Знакомые места, да? Она тебя победила. Шишечку нашел. Высокое дерево, сыночек. Ого, какое высокое. Смотри вот так. Смотри, как там красиво на небе. А там он кого-то уже съели, он видишь, одни перья. Маму палочкой, да? А вот еще, да? Да, это много. Смотри. Вы, по-моему, они съедобные. Смотри, как прикольно снимали. Смотри. Бери ручку. На, вот тебе палочка. Хочешь нам дать интервью или тебя просто сфотографировать? Да нечем, это большая ветка. Там люди впереди. Главное, темик. Ты чё, не резишь? Оня, давай дойдем сюда. Давайте вот туда. Ты тоже быстро идем? Посмотри, как зеленый мох, да? Тёма! Это какой? Всё, дойдём туда до конца и там сфоткаемся. Тёма, Оня, пошлите! Что нашел?
Он же его не ел. Главное, потом в рот не тянет. Артём, нельзя так. Главное обогнать чем, да? Чё, Тём? Давай! Мама, папа, няня, побежали! Это типа раз, два, три, что ли? Смотри, сколько деревьев тут попадало. Раньше на велике ездил. А сейчас тут жуть. Главное, чтобы на нас ничего не упало. Аккуратнее. Вот эти вот слева и справа, они тоже мертвые. Еще грибы, да, там? Не надо их брать, Тём. Мама просила не брать грибы. Оля, ваше впечатление о лесе? Столько всего интересного, да? Вот и закончился наш лес. Да.
гулять. Ну, пускай приходит. Пишет, меня возьмете с собой. Все, мы дальше не идем. Лес кончился. Там, видите? Сидеть! Вот, молодцы. Оня, лежать. Ну, это она не любит. Папа! Давай, я тебе. Так в чем проблема? Она просто вас очень сильно очкует. Тёма, ну хватит ей палки кидать. Сама нарежешь. Оня, вперед! Хватит ей кидать. Пойдемте. Он все палки нашел. Не сказала бы, не захотел. У бабушки сейчас попьем водичку.
Встал? Что скажешь? Нечего сказать? Машинка тут сейчас рядом. Ты ключи не потерял? А где ты пицца? Вот ты. Ты маме отдал, да? Ну, молодец. Машинку пока в прошлом году ходили, когда все заледенело. Вот ты. Что, бери. Че, все, устал? Беги тогда. Моника так сливается с местности, что ее не видно на раз. Ой, ну оставь здесь палочку, мы дома не возьмем. За пес такой завелся.
Слушай, яму боишься? Так, уже подходи. Вот такое солнце. Молодец, Тома. Ну что, поехали домой?